Хотел уйти от погони и ответственности, за что получил наказание вплоть до уголовного. Гражданин 1990 года рождения поэтапно нарушил несколько требований законодательства. Мной был остановлен автомобиль ГАЗ, но водитель указанного автомобиля мое законное требование об остановке проигнорировал и попытался скрыться, после чего было организовано преследование данного автомобиля. Остановить его удалось только в районе Чемодановки, после чего было обнаружено, что госзнаки на машине фальшивые, а переднее стекло затонировано куда сильнее, чем это разрешено. Чтобы эти сведения не попали в протокол, водитель попытался подкупить сотрудника ГИБДД, несмотря на то, что тот предупредил его о возможных последствиях. Положил купюру номиналом 1000 рублей в нишу подлокотника патрульного автомобиля. Я еще раз предупредил его об уголовной ответственности и после чего вызвал на место следственно-оперативную группу. Административный протокол в итоге был составлен, как и зафиксирован факт попытки дачи взятки должностному лицу, за что предусмотрена уже уголовная ответственность.